будет ли любопытным это видео. Сейчас настраивается резкость пока. Просто окрестности Бангкока. Тамаринт полузрелый. Ламьяй. Бутан. Клубника. Черешня. Стоит. И добрый краб. Вот такая коробочка с черешней стоит 300 батов, 600 рублей. Не знаю, жду, что нет. Креветочки. Кальмарчики. Сосисочки. Рыбешечка. А, это очень вкусная рыба. Есть изобилие питания. Сом там. Салат из зеленой папайи. Это турзона такая жесткая. Туристическая торговая зона. Рыбы жарятся. Курятину вот так они доваривают до безобразия. Вот так вот она варится. Вот. Вымачивают вот в этом соусе. И вот в это она потом превращается. Это тайские сладости. Желатинки с сахаром. Тот еще продукт. Кокосики печеные. Вот этот кокос печеный. Это не печеный, а это печеный. 40 бат. Фреши, якобы. Охуевшие люди. Кальмары, рыба, креветки. Все сырое. Вот такая здесь обстановочка. Не влезай, убьет, написано.